Че, у тебя маг больше не даст, не люблю щиты ДПСа? У А него у меня на наука. маге КД, У он, меня блядь, наука с КДшка. пугами пошел, блядь. Рожа. У меня ж наука КД. Ну чё, этого убили мальчика, робота? Робота? Что И эту убили бабу с это звездочёта. что, пол РТ проспал, че что нах? В смысле, вот вы сидели это обсуждали, что ли? Мы первого робота убили, потом... Да я не про этот говорю, я говорю вот то, что с пугами он ходил. А, с Чё? пугами? Я Келли потравил 4 раза. Они... Серьезно? И свет добивается. Кельду Алара тоже, да? 6% оставили. Да. Серьезно? С пугами. Да, я пойду в среду добивать завтра. Нормально. Блять, устанели. Лаг. Что-то подвисло. Хуй его кровавился. А кто это собирали такие? Этот Рага и компания. А кто это такие? Это экзайлсы. А, это, ну, то есть там половина гильдейских рейдов. Да, да, да. Да и своих твинов воет, потому что там своими. Они там хипало своего 4-5 одевали, ну такое. Прикольно. Ну и как тебе, Лёха? Тарелка 3 секунды. Да, заебись. Бак маленький, конечно. Символ поставишь. Будет заебца. В одну цель, которую будет бить. О, рарник зашел. Ну. На это пока два куска, да. Налево. Центурион, наоборот, там. Я сейчас релогнусь. Надо минут. Вот и к инквизитору еще этого рыцаря. Башен. Сейчас собаку покормлю, подойду, только лука подлечу. Вадикон, залей там бетону, Индер. Три Индера. Отойди оттуда, Синтек. Это склеит. Да и ладно, я его там спинку чешу чуть-чуть. По-хорошему, Леха, сделать два билда. Один просто с символом на тарелку, другой без.
Да я пока так побегаю, посмотрю. Тут тебе символом на тарелку лучше будет в плане агро. Потому что ты... Ну, в одну цель. Да, пачку ты не танчишь. У тебя два моба будет. И в них по очереди бабу этого... Как его, блядь, там зовут-то, блядь? Сангвинара, блядь. Там. Но самое топовое, это тебе щит надо подготовиться к тому, чтобы ты его одевал, прожимал, вытащить на панель, подготовить место на панели, чтобы было для щита, макрос, чтобы ты переодел. Не, можно через сумку, конечно. А, я всегда через сумку. Я вам его на быструю панель вынес и забыл, блять. Инквизитора сюда подведите, к рыцарю, чтобы могли мы милики бить нормально для цели. Да, только там Центурион еще на мне. Или забери его. А так, да, Леха, в одну таргет символом 10-12к нахуй. Тарелочка. У меня еще проблем не будет с игро. Ну я же говорю, он будет карася на следующем, когда... Ну как, не карася, а двоих танчит. В принципе, с Т4 тоже зашибит. Ну, с Т4 столько ага нету. Почему, блядь, каждый нахуй ебаная щит праведность накидывает на меня щит нахуй и также нахуй ебашит нахуй массы. Ну, я имею в виду, что доп. Урон есть. Ну да, сейчас от двух кусков Т4 тоже заебись. Ну, я не видел, сколько это в цифрах, надо потанче посмотреть. Там щит 7к. Где-то 7-8к выходит. Вот ты, и ты посчитай... про урон или про игру? Нет, я тебе смотри, щит идет на 7к, а урон 12% а вашего максимального запаса здоровья. А урон там же по-другому рассчитывает. Надо агро смотреть в омане, сколько это дает, чтобы понимать примерно. Я вот знаю, сколько вот, примерно. И когда он лопается, он примерно, блядь, ну, дамажит. Я не видел сколько. Посмотреть сейчас надо. Сейчас не буду массой, смотри сколько он. Это 75% от АТП. 75% это примерно, у меня сейчас сил атаки 5-100. Это примерно будет ебашить нахуй 4 куска. 3-800 где-то. 4 куска, но это идет как АОЕ дамаг. Ну. Плюс у него АОЕ дамаг от щита праведности. Забери линдринг нам сюда черепок и потом квест. К миликам. Сан, можно здесь колесо? Причем даже вот если тебе Леха там до трех целей, ты спокойно танчишь в печать порчи. Ну я в курсе. Молот вешает на сердце. Не, там просто у тебя сейчас будет две основные кнопки. Это тарелка, блядь, и щит праведности. Ну и за счет манускрипта еще щит небес. Так, две основные кнопки у тебя, тарелка и щит праведности. Это на роботе посмотрим, как это вообще будет. Чё, Рейда, где ты хапала? Так, надо освободить место на панели, у меня ещё всякой параши не было. Так, отойду на пару минут. Да, две минуты перекур, короче. У нас ещё кто-то подойдёт? Вилания там, ещё кто-нибудь? Вилания в 6 часов будет, написал. А, в 6 часов. Нормально, может мы тогда и потравим эту хуйню ебаную. А?
А можно живься, пожалуйста? Ой, бля. Сейчас бы нарм сам этого босса, чтобы сокрушитель взять. Сокрушитель. Где это, блядь, какой? Бля, Гамазек тоже любитель этого сектора газа? Вот. Я в ДД, короче, да? Бля, там есть замена где-нибудь? Ебал рот. Что такое? Кого-то рот убал. Да ебаные, блядь, прививки нахуй на работе заставляют ставить, нахуй, от клеща. А мне еще вторую через месяц ебашить. И после меня вообще хуёво. А ты кем работаешь? А ты знаешь, ну, они знают, что ты заразный? Ну, это заразная нахуй, это вообще, блядь, наконец-то. Ну, котов клещей много было. Пиздец, а чумки тебе прививают? На то есть сам с водкой по старинке. Так, мне самое интересное, снимают ли ДБМ пухи на келе? Какие, которые берутся? Да. Вообще. Ну, вообще, по идее, должен. И... Слава, у кого не спрашивал... Вот это шоу с даггерами, вы думали, это все хуйня. Надо чисто контролить. Ну я говорил, блядь, что оно не работает. Ну оно работает, но там надо 1020 раз ударить. Ну там, короче, блядь, может и хп еще какой-то процент должен быть. Хуй знает. Или прок маленький у него. Я не знаю вообще, нахуй они так сделали, блядь. Да, он и на разработчиках, блядь, нет, чтобы 100% шанс. Ни меток не ставится, нихуя. Лучше бы ты узнал, ДБМ бы какой-нибудь был, нахуй, чтобы он метки ставил на трех людей, чтобы это было разделить. Ну тут самое основное, это, блядь, ретрику стопнуть лужу, снять пуху. Не знаю, сколько он там без пухи лужи даст, но все равно дохуя даст. Ну вот от ретриков съебывать. Вообще надо на ретриков метки поставить, чтобы от них съебывали метров на 30, нахуй. Можно просто заранее анонсить контроль, там секунд за 5, за 7... Да даже за 10, чтоб ретрики лужу убрали на этот момент. Плюс можно ранжу набрать. А как тебе ретрики лужу-то уберут? Сверху можно отменить баф. Думаешь, она... Ск... А, да, только что проверил. Можно дебафа отнять... Ну, ты отменять будешь в контроле, что ли, или что? Нет, нет. Просто за, даже с символом у ретрика лужа 10 секунд. Вот за 10 секунд сказали, ретрик лужу не нажимает, и все. Так он-то в МК может ее нажать. А это уже другой вопрос. Лучше тогда уже просто до МК нажать и да, сразу сдиспейлить себя. КД есть у нее вообще? В Е-5 бы. КД есть, да. Ну и все, нажимайте просто за секунду канцелаура, тыкайте. Чтоб в КД ушло. Ну там КД, блядь, с символом 10 секунд, без символа 8. Ну, хорошо. 10 секунд. Да, контроль сколько секунд? 5? 10? А там уже типа успеют дать всякие вихри и все остальное. Ну да. И все, и хватит. Главное, чтобы сразу не шотнуло. 5, 10, 20, 15, 5. Костя, что мы на Next КД взяла также на воскресенье идем? Васькике, я с вами, если можно. Не, Next КД мне уже похуй, я в отпуск. Это Равис, давай нахапала, я не буду. А, тебе похуй будет? Ну тогда ладно. Я любой день могу. Это все меняет. Это же в корне меняет дело. Ну в четверг отработать, а я в отпуск. Не понял. А просто кольцо надо, пиздец. Анальное? Да. Уважаю. Кстати, на хэпале щит оденешь, танковский, и пуху хиловскую. Я так и делал. Они так и делали. Ну, я всегда так делаю. Оно, в принципе, не понадобится, по большому счету. Но вот когда вот
будет последняя фаза, пятая, и когда ты взлетаешь, если люди не успели быстро разлететься, то там можно, в принципе, нажать. Ну, опять же, там 4 секунды только баф, я не знаю, секунд бы 8 сделали. Но 100 тысяч в абсорбе — это охуенная тема. То есть, Я еще нажимал на это как его отвлечение, которое баба кидает долбанное, это дотку уничтожу. Слава, тут лучше будет ты в хэпал, а Рома, не, блядь. Я не захилю это. Блядь, лагает пиздец в хэпале. Рома нравится. Тут я проебу, блядь, кого-то нахуй. Пускай лучше он хилит. Не могу пригласить члена друга. Как раз доп друид. Ну, чтобы посмотреть, лучше на ДД быть. Ну, я не знаю, хэпалом. Когда все уже будут нормально все делать, всю тактику знать, чтобы там не надо было ничего говорить. А так надо подбегать вместе, посмотреть. Каких эти ФК-шеров? Ну, кто ФК-шер? А, ну, бит он сейчас появился. Продукс? Продукса нету. Заебал этой батуре. Друид инвалид. Должен подойти, наверное, скоро. Так, кстати, во сколько хилов мы будем пиздить-то? В 3 или 4? Это, а раз пока у нас перерывчик, ты можешь мне с мифика ЕП на Мурлока перекинуть? В честь чего это? Ну, я же на нем вчера был. А зачем ты ревизию убираешь? Ну, а ты не все имеешь в виду перекинуть? Ну нет, не все, вот то, что вот вчера мы там отбегали, вот а одного босса, а на чем втором мы вчера? Сколько мы получали? Ну, робот плюс солар. Плюс соляра. Это 30. А, и соляра. Да, да, и соляра. Ну я типа только на двух, вот на ларе и потом на замене сидел. Ну ладно. Мифик, я смотрю, не играет вообще. Угу. Он сказал, скоро будет. Типа, он там закончит дела и вроде на следующей неделе будет. Этот макрос есть у кого-то на снятие пухи? Как там? Снять, был, наверное. Вроде. Наверное, снять по-русски, если пишется. Ну-ка. Сейчас найду. Это был. Я проверю. Лёха, у тебя напали перчатки есть, да? Да, у меня перчатки и штаны. Угу. Я понял. Ну, вроде как снять должен работать макрос. Хули, сейчас коплю ЕПшку нахуй, лутаю плечи, а потом, ну если убьем, конечно, башку. Там же и... вот в ДПМе есть галочка убирать оружие на МК. Не работает? Блять. Вот и проверим. Мы же трайд прошли, правильно? А дядя, в какой странице? Не видел ни у кого, чтобы снималось, блядь. Так. Там настрой... Вот боссы, Плэйш Легион, Крепость Буль, Кельта. Самый низ, там в разный. Вот там, короче, галочка. Ну, вот да похуй на те галочки, блядь. Я говорю, не снимает оно нахуй. Ну ладно. Попробуй во флудик скину. Че, я попробую по памяти, блядь, че я вспомнил там. Сработает. Так. Мне там надо в этот в сумку ложить, да. 17-16 это правая. И чё? Ну тебя скинуть макрос? Да вон, притом скину, сейчас его вставлю. Ну я сразу и... Вот он макрос в одну кнопку и снимать и одевать похуй.
Там последняя строчка написана темный скорб. Ебать, кириллица какая-то. Ну. Сейчас проверим, блядь. Там, походу, кодировка слетела, да, внизу? Хуй знает, нерабочий, нахуй. Вот этот самый. А, это у него, блядь. Взять из инвентаря, положить в инвентарь. Хуй знает, нахуй. Вот. Работает все. В одну кнопку ты снимаешь, одеваешь. А именно надо темный скорбь? Ну, оружие, которое ты одеваешь, основное. Типа, он макрос получается, нумерует слот. И типа он... оружие. 16-17 слот. 16 это типа у тебя правая рука, 17 это левая рука. И потом оружие какое нужно. Да. Так же само можешь в этот макрос вписать там двухручку на одноручку щитом менять. Просто название пухи в 16 записываешь, щит в 17. Короче... Я буду так юзать. Я просто оставлю кнопку себе снять. И одевать тоже оставлю грань. И все. И сокрушитель. Я тебе говорю, вот только этот макрос это в одну кнопку. Просто напиши там грань тьмы. В конце. Да. Это. Да лучше снять и так надеть. А то, блядь, нажмешь два раза и все. И снимешь, оденешь, блядь. Лучше наверняка. Там только 16-17 слот писать. Экип слот 16 зов хаоса, экип слот 17 зов хаоса. Да, больше места на подымне займешь, хуй знает. Да, с дабл пухами, конечно. Заебись. Трайм келя. Надо пофотаться с пивом. Доставай. В ДБМе стоит, короче, типа устанавливать метки на контроль над разумом. Ну, блядь, почему-то не работает, да? Может, ДБМ разный для всех. Он по ссылке всегда новый скачивать. А ну и хули, и там метки ставят. Появятся, что ли? Чё-то не видел ни разу. Контроль над разумом, блядь. А, дай ассиста просто. Ассисты же могут, да, типа ДБМ? Да, должен, да. Должен. Посмотрим, может, у меня будет работать. Да. Там у тебя, блядь, как версию у него посмотреть? У тебя версия, вот открываю окно ДБМ, там внизу красными цифрами написано версион 9.2.63. У тебя 9, у меня 5.54, 17. У тебя совсем другой ДБМ. Ну вот когда открываешь контроль над разумом, у тебя там какие строчки? У меня только предупредить. От 5 января этого года. И объявить метки. Сейчас надо вообще глянуть, пока сидим чилим, ну, в ДБ. Ну-ка, убери, Лука, этот, а, он офнулся.
Хочу Катрисе ливнул. Приболел. Ну что, настало время Mortal Kombat, а? Не, тройнуть-то можно, блядь, и в 20 человек, похуй, посмотреть. На, так-то можно внутри макрос, может, работает, может, нет. Но. Протестить вообще вот это вот хрень все. Ну, если никто не против, конечно. Я бы побегал. Сейчас спросим, так. Некромантик, ты ушел куда-то или что? Девятнадцать тел в Дисе, шести телам. Это как получается, как на тренировке ты вот, блядь, пришел, допустим, на баскетбол, ну, и тренируешься, потом идешь нахуй на соревнования на какие-нибудь, участвуешь. Да, а мы сразу на соревнования пришли, да, без тренировок нахуй. Не, ну вот сейчас мы будем тренироваться, там 20 тел на 21. Я вот регов купил, чтобы давать каски, все. Бафы, да, давай, да, базара нет, ну. Чтобы не промахиваться. Нихуя себе, ты полезный, блядь. Продукт с тещей борщ кушает, запивает водкой. Нихуя себе. Что мы знаем про людей, да? Которые сейчас АФК. Некромантика просто исчез. Вывалился куда-то. Даже ничего не сказал. Бидон релогается постоянно. Бидон, ты релогаешься, ждешь, когда кто-то зайдет или... Что-то у тебя там с интернетом. Я вчера пошел в Кару Гер на 2 часа и убил одного босса. Пожалел? Молодец. Да, я видел, как вы бичи дохли там нахуй. А ты с пугами, что ли, пошел? Ну, там с гильдией ролю новспек. На... А там, вот с нами бы пошел. Там бы. Был РЛ, который говорил, что на гнилом надо 5 человек на рейндж всего ставить. И когда слизень в центре появляется, маленький, надо к ним, чтобы выбегали на рейндж с этим слизнем, к другому маленькому слизню. Я такой подумал, да, наверное, это круто. Крутая тактика. Ну, у меня скепсис, потому что я не видел такой тактики никогда. Не, там по-разному, в принципе, можно бить. Я просто видел, когда 7 человек было на рейнже, и в двух из них кидается блевота, а третья блевота кидается в центр, и, соответственно, весь центр блюет и падает. Вот мы два раза так упали. Целка для спилькер. Ну, я подумал, да, наверное, эта гильдия убивает его до губительного газа, в который он там... Возможно. Я просто подумал, ну а как иначе, нахуй? По-другому просто не может быть, нахуй. Там ДПС, наверное, по 40 тысяч, может, там 10 ретриков, я хуй знает. Может, они когда блюют, бабл нажимают, блядь. И все сразу понятно стало. Так, надо же обилки посмотреть. Ну еще что-то будет? Андрей ловнуться. На кого встал? Я релогаюсь. А что такое? Что там случилось? Что, я куда-то неправильно приземлился, что ли? Ё-моё. Я не увидел, я релогался. Так, надо билки с боссов добавить. Так, приключения. Кельтас. Фаза первая. Добро пожаловать в будущее. Так, раскатистый рев. Вот воспламенение. Блять, у меня дебаф, по-моему, есть. Шумный вихрь, огненный шар.
Блять, а на скольке она кидает? На одного его, блять. Кого? Поджигает противника. Значит, на одного. Стоп. Ты имеешь в виду этот кель? Воспламенение. Да, да. Не кель, а баба. Вот 100 тысяч. 100 тысяч урона за 10 секунд. Вот он каждую секунду по 10 тысяч получает. Его надо хилить. Бедон пишет, у него не грузится, нихуя не может зайти. Хуёво. Да, блядь, пускай у меня пытается. Сколько не грузилось. Минуты 4, наверное, но просто висел, а потом встал. Хорошо, куда встает? Да, базара нет. Или Сирус, что сказать. Не, ну я все равно предлагаю, пока вот никого нету там, блядь, ну, народа не добираем. Попробовать потратить. Посмотреть скиллы, как. О, от 27 марта теперь. Что там? ДБМ. Ну, может, у тебя будет. Анонс, хуй знает. Можно это асисты тогда у меня убрать, посмотрим. Методом тыка. Прикладу положением пламени. Так, ну эта хуйня должна убивать, походу. Так. Сейчас свалю по-быстренькому на другой канал. На пару минут. Блять, нихуя, если это прописать игрушка с дистанционным управлением. Ну-ка, блин, попробуем, блять. Так. Ебать. Сохраните. Будет теперь отображаться. Сейчас через полчаса этот придется Вилания. Давайте хоть тройнем посмотрим, ставит он метки, не ставит, блядь. Давай. Че, в два хила тройнем тогда? Так, некромантика. DC есть вообще, нет? Рома, ты где там? Некромантика, ты тут? Ты зайдешь, нет? Ладно, давайте. Такой на 10 минут это шел. Давайте тройдем, похуй уже. Он писал в 5 часов отойдет. Сейчас 5:25, конечно, да ладно. Давай побегаем. То все-таки скучно сидеть. Откуда мобы? По правой стороне мобы. Инквизиторы. Бьем? Нормально. Мне нравится. Ты хоть не запустил или запустил? Ну запустился босс, да. Ладно, я протонусь, пока все дыха мы там. Я тебе, блять, портанусь. Пойду проверю аукцион, нахуй. А там босс запустился, все равно сейчас вайп будет. Падайте от мобов. Кому диваны? Смысла нет. Зачем? Я люблю щиты, Себусь. Спасибо, что запустили мобов. Кто мобов провел, блядь? Интересно, не кто знаю. Это был. О, Заломаныч умер. Это как очень хороший он? Человек. Я предполагаю, запустили босса, и они просто сами пошли. Нет. Нет, они не приходят. Они не приходят. Тут их подошел и сагрил. А вы диван хоть один дали? Угу. Почти. А зачем диваны? Инт забагается. На водиконе, да. Да я сейчас слушаю. Там на водиконе диваны есть. Пусть все свейдятся, потом посмотрим. Ну, реально седые холмы улетел.
что? Не хочу, не могу на это смотреть. Когда рейд вайпается. Лабак. Не знаю, запустился бой, и они сразу пошли. Ну можно типа лабак. По видосу. А, надо все весь трэш, да, убивать. Нет, ну, я думаю, да, что скорее нет, всего. Нет, не надо. Сейчас мы это проверим. Ну трэш-то сюда пошел. Не, ну не должен идти. Просто кто-то его спулил. Его кто-то спулил. Да. Давайте попробуем еще раз проверим. Давай попробуем. Че, кто делает, я? Сначала я прилечу, сначала все резнутся, отойдут в сторонку. Вообще, я призван проверить. Давай, ебаш, покажи нахуй мастер-класс. Потом уже попробуем. Харкни ему в лицо, короче. Где некромантика? Некромантика офнулся. Диси ничего не говорил, не писал. Просто... Да, ушел, они пулятся. Но, видать, походу, реально кто-то запулил. Они не должны пулиться. Одновременно и босса спулили, и трэш. А что вы делаете? Ну хуя босса запулили. Так, думает, полезно людям повайпаться. Так это, а сейчас опять босса, блядь, запулили, зачем? Так, ну это не я запулил босса. Типа... Там запулил босса. По-моему, призон бежал от босса, если я не ошибаюсь. Ну, призон решил проверить, типа. Я только предположил. Займись, ебашьте еще диван, чё. Не вставайте, кто АФК-шел. Ладно, поиграю тогда в Mortal Kombat, наверное. Ну, мобы не идут, чё вы? Запущу. Диван дал. Дал диван. Может быть во второе окно, что ли, запустишь? Нет, вот в обычное окно. От Comic Zone, нормальная игра. Test 1, 2. Снимайте диван, резкости. Давай, заходи. Comic Zone. Так где можно по комиксам бегать? Вот мы просто комиксом. Ha! Oh!
Есть игра, не? Блять, конечно есть. Игра всегда есть. Не, в смысле, игра, блять. Ну там, люди там зашли, не? Да все уже суммонимно. Там бидона нет. Для того, чтобы посмотреть, типа, ДБМ... Тебе надо хилить, а Рому пересаживать на сову еще раз, говорю. Да не, я это не захилю, блять, будет лагать, пиздец. Там нехуй хилить. Блять, кто-то рыбу выкинул, а вот. Да так у нас миликов, да еби не матери. Не, милики это хорошо. Ага, но не на этом боссе. А почему? Нормально все. Не, вообще заебись. Да. Ну я посмотрю, что вы будете делать на пятой фазе. Да, на пятой просто висишь, а когда падаешь, уже бьешь тогда. Лапу скакать. Так, а что тут, сопрот надо или нет? ДД, наверное, фласка. А, да ничего не пей. ДД, фласка. Легко, наверное, для настроения, погнали. Идем попробуем. Что там? Сейчас мы посмотрим. Нам главное зайти. Ты сначала проверь, блядь, все здесь нахуй. Вот я вижу, брат. Некромантики нету, а продукт соседжу нету. И бидон еще постоянно выкидывается. Ну все остальные вроде тут. Меньше людей, меньше хилить. Да, нормально будет. Так, интересно, идут мобы или нет? Ну-ка. Нет. Там кто-то спулил, нахуй. Я не знаю, кто как вообще ну, спулил. Я подошел сейчас к боссу, он пулится. Вот мобы вроде... Могу сходить спросить, пулится они или нет. Так, самый интересный босс в мире, блять, это же самый любимый мой босс, бля. Сейчас будет сангвинар. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Так, грань, блять. Притон текает. А мы чё, типа, бьём? Да-да-да. Типа да. Мы тренируемся. Транквило. Да, миликам вообще неудобно вот этого босса бить. Потому что может выбрать. Опа, ой, типа... выбрал. Видите, как близко нахуй. Я прям, блять, охуел. Его в другую сторону вести надо. О. Не люблю. Туда его веди, к шкафу локовскому. В ту сторону бегите. Фриз. Секунд. Сколько? Не, миликом прям вообще опасно. Оп. Ну тут в центре он хуёво, конечно. Ну ладно. Так, сангвинер. Лёха, хватай. Не вот это, не баба, а вот этот сангвинер. А Юля пусть справа, а я слева. Не, ты справа. Ты бабу танчишь вот этого сангвинера, а Юля Тилоникуса. А, ну давай, наоборот. Ну это когда они в толпой пойдут. Да, ну и да и сейчас так. Сейчас в принципе похуй, а вот когда толпой, вот тут справа твоя сторона. Не уводи, не уводи, зачем? Не уводи, Юль. Тебе надо, да, чтобы баба была в рендже этого. Чтобы баба была в рендже. Чтоб Холидринг мог Сангвинара начать с руки бить и до бабы доставал молотком. Вот тут на ступеньках примерно. А чё, РДДшник, баба молотком, ты чё? Чё? РДДшник, танчить бабу нельзя? Ну хочешь танчи, блядь. Лучше танку танчить. Вот милики ее не бьют. Наберите ренджу, РТД. Смотрите, она откидывает. Ну, можно типа подбегать иногда, давать тычку. Вот так, опа. Предательская тычка. Близко не подходите. Но лучше не ловить вот этот ее эксплоужен, потому что... Леха, не подходи к ней близко. На рендже тарелки стоишь и все. Да, чтобы она вот эту хуйню не кастовала, вот, она будет, ну она замедление очень сильное дает, поэтому вот ходишь, как будто ты пиво выпил. Сейчас здесь. На Вадиконе, Вадикон стой просто так и все. Да, очень долго разбагивается. А проверь ты за орка, если эту хуйню ловишь под расовой, у тебя этот, у тебя вешается замедло или нет?
У тебя там кнопка есть, что 3 секунды на тебя, короче, никакие... Экзорцизм на 21к, нет. Нахуй. Нормально, у меня всё. Слышишь, Войт? Не знаю, да, блядь, инженер. Есть там, нихуя, блядь. Милики, смотрим, бомбы будут. Вот бомба 5 секунд. Бомба 5. Текаем. Бросовую бомбу. Она там рейндж небольшой у него под ногой, под ногами там маленький кружок такой. В принципе, до второй бомбы, наверное, должны успеть. Но потом прилично этих бомб накидает. Сейчас самое интересное оружие. Вот бомба 7 секунд. 5 секунд. Может, успеет кинуть еще. Может, не успеет. Я отойду. Давай, пока. Оружие сначала не уешьте, дайте танкам время набрать игру. Топор выведите. Топор выведите, да. Лук отверните из рейда. Что, вы свели в топор все, что ли, или что, не могу понять? Можно раздельно поставить? Юля, забери щит, а Леха, забери топор. А, ну ясно. Когда вы бьете все? Если я луку дам стан, я уешу просто. Можно таунт нажимать там на лук, например. Или на людей. Вот Лингрена захиливайте. Мобам можно давать сбивка стана. На них станы действуют и сало действует. Избивание каст. Все действует. Вот. Посох хуярьте быстрее. Посох лутают те, кто с посохом. Диспелим новую диспелить надо. Так, лутаем, одеваем. Так, проверяем макрос, снять пухи, работает. Теперь я с сокрушителем, смотрите все. Так, сейчас я еще вот его вот так достану, в руке смотри, какая оранжевая палка, ебать. Вот это круто. Вау, Слава, сделай фотку, повеси рампу. Блять, фотку. Отойдите все за тотемы этого. Что, блядь, нет, что? Или мы хотим сагрить всех? А все, делал фотку. Они в бою встанут все. Они одновременно сейчас... Сейчас резнутся одновременно. Сейчас он будет пиздеть, потом их резнет. Сначала убивается вот этот бродячий. А вот. Чё как с контролем решили вообще? Бродячий? С контролем? Ну, просто контролишь, как в PvP, короче. Нет, в смысле, отбегаешь. Что вот у нас есть Варлок, у нас есть три приста. Вадикон. А, мы сейчас сгорим нахуй. Кинулся огонь какой-то. При том, что бабл нельзя прожать. Да, наверное, не получилось что-то. Кинулся эфир. Потому что Лидия слишком близко. Ой, не леди, а звездочет. А, какое-то упущение. Надо еще раз. Да, Ренджу надо набирать, вот что надо. Не, надо звездочета вдалеке ставить, она тогда эту хуйню так не кидает. Звездочеса надо было. Да, вот этого Сангвинера надо было, чтобы он. Инженер бегает. Не, не Сангвинер, это баба кидает. Сангвинер должен этот. Светокран, точнее, должен вот тут где-то лежать, мертвый. Телоникуса должна держать Юля, но она неизвестно где, она умерла вообще. А, наверное, ее бомба убила. Телоникуса, давай проверим. Наша смерти старший. Так, Телоникус бомба 60 тысяч. Понятно. Да, Юля не отбежала от бомбы. Ну там либо панцирь. Панцирь на бомбу даешь. Вот, а вот второй, наверное, отбегать надо, а потом на третий уже откатывается панцирь по бомбе. Слушай, а вот звездочета нам не надо вставить где-то вот за келем там, чтобы он стоял. Да, можно, чтобы... Она же не будет чтобы... сюда в середину комнаты кидать эту хуйню. Нет, свою. Не будет. Не будет. Чтоб мы бить смогли, блять, этого Таладреда ебаного. Ну да, да. Так ну все, значит, быть. Вот next time ее надо пулить и оставлять там. Вот баба, где она стоит, она там и должна стоять. И вот где Сангвинар стоит, он там и должен танчиться. Примерно вот ближе к ноге этой статуи. Вот. То есть никуда их отводить не надо. Вот танк. Вот, вот где он стоит, вот здесь, да, вот. Что там вот этой хуйни. Зайдет сюда. Так, это убрать. Вот тут танк стоять должен. Лингрен.
И тут танчить этого пидора, и бабу там же танчить, упираться спиной. Она к тебе не подойдет в мили-зону. Вот. Ренджа у нее примерно достает, ну вот где-то вот до сюда, наверное, достает, 40 метров. Вот. Вот примерно вот до сюда она достает. Вот за этим кружком должен находиться труп Таладреда. То есть его надо вести сюда. Давайте пока оружие у нас есть, 12 минут побьем. Да не, оно исчезнет с пула. Да? Да. Вот сюда надо вести Цветократа. Цветокрада. Вот чтобы он примерно вот здесь должен. Она не исчезает с пола. Она исчезает по времени, Слава. Ну, ну да, это... попробуем. Так, что там по времени написано? 12 минут. А, итем левел большой очень. Теперь у нас есть шанс убить. Да. Спек на скилла. Да не, пускай лучше вон этот какой-нибудь призм, например, спекнется. Призм-то больше даст. Минус один милик. Че у нас получается? Бидон появится? Не знаю. Ну и сейчас Вилания в 6 подойдет. У нас появится бидон. И может, а продакс приедет когда-нибудь? У нас уже может фулл рейд даже будет. Вау. Человек может ордру спекнуться, если надо. Да нет, ты бей в сове. Вилания пройдет по хилле, а Рома пойдет на сову. Это же уже 20 минут нету. Ну что, еще разок, наверное, да? Ну, давай, да, попробуем. Тренировка все равно нужна. Спекните, говорю. А, там призм спекнулся, ну. Лучше тренироваться, чем просто так стоять. Да. Заодно щиток призм, возьми себе. Интересно, а тут есть попытки какие-то? Наверное, нету. Нету. Так, бочка. Вот сейчас первый моб, о, когда пропало. Придет, если... пропало, но оружие. Пропало. Я же говорил, что пропадает все, не верили. Сука. Да, не сейчас бы попадает. Просто зерганули бы его, да? Ебать. Вот это план, блядь. Говорил, план, план капкан, выбиваем оружие, да, и зергаем. Так. А, вы запустили уже, да? Отводим, да, моба, да. Который вот сейчас идет. Отводим его, ТРДД его сейчас бьют, милики не бьют. Вот идем сюда. Да давайте его вообще нахуй в начало комнаты ромбик отведем. Да, вот, вот в ромбик. Invisible. Его отводим. Сюда отводим его, сюда, сюда. Unque. В ромбик веди его. Веди. Веди в ромбик. Милики вот тут его ждем. Вот тут уже можно месить его потихоньку. Вот преследует вас. Бегите. Я бегу. Замедляется он? Нет, а он вообще... Бегите! Ходит, нет, он не замедляется. Так, поменял цель на Пасифею. Там ему по спине разок. Ну тут примерно уже получше. В сторону ромбика, не в центр. Ну не туда ведешь ты, ну не туда, блин. Да шалфир не вдись. Ясно нахуй. Он прям ведет его туда, где будет вайп. Блять, взломаюсь, веди сюда в ромбик. Стопните дамаг по нему. Сюда веди и следующий сюда еще отведи. Вот, блять, не туда. Транквила, брателла, блять, сюда надо отойти тебе, сюда, блять. Хуярит один хуй, да? Все, Леха, там, ну, стой. Угу. Спустись ниже на лестнице и держи его. Отойдите. Вот пока. Где он стоит, тут и стой. Ниже чуть. И ты как раз о, будешь на второй фазе, на третьей фазе отсюда по бабихе. Главное, чтобы ты дома поставил. Репета поставьте. И чтобы далеко не убежал, если он тебя фернет. Ну там, в принципе, нормально. Он фернул. Милики сразу и на него не пойдет. Возвращай на эту позицию. Отсюда мне как даже, раз где-то... Мне даже кажется,
Хотя хуй знает, обычно милики его идут бить. Но если в них баба запулит, то вроде не должна, блядь. Их надо два раза спорта поставить, и все. В чем проблема? Баба становится вот тут вот. Отбежали милики, нахуй. Баба вот где она стоит, там пускай стоит. Отсюда сразу тарелкой хуярь. Ну рарник, ебаный в рот, блядь. Вы бичи совсем? Она не таунтится. Че вы делаете? Чисто огромное. Я в ахуе, блядь. В рот. Я хуею с вас. Меня выкинуло. Скажите. Ну, что, блядь, сложно подождать, пока тарелка нахуй. Я вообще не знаю, что в голове у людей, нахуй. Ну, мозг минус 50, да? Да, парочку тарелок, да. Все, я ее поставил. А хули толку? Танчи стой. Стою. Он-то не набрал агро. Оно не таунтится. Я понимаю, что она не таунтится. Я ее, говорю, нагрел для того, чтобы отвезти. Я вижу, что вы ее, блядь, отвезти не можете. Я ее сам, блядь, сагрел и забрал. Получается, топ танк. Да ее и танк танчит, блядь. Ну, у вас что-то не вышло, блядь. Так ее начали нахуй хуя. Она еще ходит, видишь, как ебанутая тварь. Ну, у него два куста Т5, блядь. А не 4. Ну похуй, я ее поставил. Это не важно, кто ее поставит, а главное поставить. Все. Вот, она стоит нормально. Инженера Юля. Ну, хватает? От Телоникуса, да, вот сюда вот. Чтобы. Главное, чтобы когда они все резнулись, чтобы ее сагрил танк и держал чтобы, там. Чтобы, блядь, ее не бил никто просто, вот и все. Если ее кто-нибудь ударит, она пойдет на фустат. Так, отбегаем. Кто не отбежал, тот бомж. А РДД будет кого хуярить на массорисе? После Таладреда они хуярят бабу. Они бабу. А, хуярят. Ну все, нормально, то есть там танк агро наберет и все. Да, а ну, милики хорошо. Хуярят другого, с другим танком. Бомба. Бомба. Как дела, пацаны, блин? Нормально, да, в бомбе стоять? Да, понятно, все с вами. Было. Это было танки что-то, блядь. Танки моча, хилы моча, ваншоты. Как так получилось, блядь? Транквилы убили, блядь. Диспелить никто не диспелит, диспелил себя. Да, блядь. Тури. Такой игры я хотел. Кто послушает со стороны, подумает, ебать, ворчун нахуй. Ворчун, ну, так и есть. Я ворчун, пиздец. Пенсионер. О, смотрите, меня убил кто-то. Да ну нахуй. Могу, получается. А, блядь. Уёво. Не поиграть теперь. Фаза 3:52. У вас на секундочку так-то хил лежит. Да и похуй. Ну да. Пусть лежит. Он все равно не нужен тут. Два хила захиливается нормально. О, нихуя, это что это было? Жохеншпок. Какой-то шип. Пробуем. Сейчас проверим таймер. Да работает таймер, просто они еще стоят долго. Не надо, чтобы метки ставила на контрольных. Блять, ну это еще эту фазу надо убить. А ее, блять, походу не пройдем. Уйдите от мага. От мага уйдите, блядь. Ну так-то 3 минуты идет фаза. Вот сразу пошел на призыв. На натуре. Вот, теперь к тебе идет, теперь нормально. Остается... Ну не ведите его туда, ну заебали! Остается сделать так, чтобы. Не, это просто он пошел на хила. Остается теперь хули Лингрена захилить. Все, вот так и стой, Леха. Не подходи к ней, да не иди ты на нее!
Ты в нее тарелку просто кидай через раз, еще огромно не накидывай. Да, бегаю в страхе, блядь. Ну, после страха. Щит надо прожимать под каст. Что-то тарелка там вообще агро ему не дает, нихуя. По 2000 агро, хуйня какая-то. У меня нету Т5. А вот 10 тысяч откуда ты набрал? 10 тысяч сейчас как-то набрал. А, блять, это на сангвинаре, блять. Ты сангвинара, короче. Я бегаю в страхе, блять, и в этом нахуй, ебано. Ваше обновление. Да, есть такое. Охуенно, еще глушение поймал. Игрушка на тебя кинулась. Фаза 4. 1.5 минуты. Тут еще Таладрот не убитый. Просто все лежат. Мало ДПС очень. Мы не сдаемся до Талована. Из ориентации. До последнего бойца. Страх, блять. Мана закончилась. Ты под каз Сангвинара щит прожимаешь. Блять, я не помню, надо там какой-то этот. В принципе, она немного бьет. В Леху идет, блять. Пидоры. Пока Леха. Был Леха, стало бить Леха. Не бывает такого. Да забей, призн. ДПС не хватает. Ура, Таларот упал. Угу. Все, мы идем этого, получается. Ну, РД идут бить бабу. А вы не Мелики... переключайся в этот, в бабу, если что. От бомбы отбегайся. Набирай агро на ней просто. Блять, а кто из РДДшников больше всего набирает? Келли 15 секунд. Че Келли еще убили? Сова какая-нибудь. Сова? Он, я смотрю, у Хант набирает, заебись. Ну или Хант, да. Че Келли перестал. Хант напуливать ее может. Вы ее сейчас подводите к милипачке, и она может опять в милипачку кинуть. Ну, она танчится вот со стороны звезды. Там Келя хоть кто-нибудь заберите, то он расстреляет сейчас всех просто. Все, умер. Я уже все. Дезориентация, да. 20 секунд. Сначала я попрыгаю, попробую. Не, не вышел. Он даже, блядь, контроль не успевает кинуть. Диван, ёбните. Может быть, лучше в 3 танка. Нет? Зачем тут 3 танка? А эта баба вообще держит РТДшник? Может РТДшник, да? Какой-нибудь. Да она, я не знаю, лок, она фаерболы, блядь, по 3000, блядь. Ну, для этого его надо хилить. Касты сбиваются вроде. Баба. Тогда вопросы к Лему. Ну, я знаю, что ШП обычно туда ставят. Лок или маг? Вы вайпнулись? Вообще... Ты больше игр набираешь, чем я. Вижу в курсе. Вы вайпнулись? Я? Да. Все, вайпнулись. Покидайте тело, чтобы там не сагрить. А, ну у меня таланта нету. О, друид инвалид. Потому что мне ее, блин, да, не агро набивать, это пиздец прям нахуй жить. Ну, можно танков местами поменять и Юлю поставить. На кого? С ЛПшками. Не, не надо. Пускай РДДшник танчит. Чтобы заебись было, надо будет этого Сангвинара тогда увезти. А Катарисия с концами ушла, да? Его-то отведем. Не знаю. Сангвинара отведем подальше. Келоникус, в принципе, ничего не кидает. Войда кикнули. Молодцы. Погон получается. Давай, заходи с собой, ну. На БК ему резист собирали какой-то, прям на ХП там. В сборочку, чтобы он лоб какой-то хуярил обычно. У него там это жгучая боль.
Нахуя агро давала? Да тут, не знаю, в принципе. Это что за, блядь? Какой-то Илья Гангрена, нахуй. Вован Мути, ебать, нормальная тема, да? 275-й Ершам. Не знаю. Это где ты смотришь? Ну, в гильде, где, блядь? Мэтфокс подошел. У него и сервер на Валанир. Да, блядь, не бидон, нахуй, там ник поменял. 11800, блядь. Ну, бидон, блядь, и Валанир звание у него. И этот... 275-й там левел. И ЕПшка у него 11800. Бидон, блядь. Только зачем он ник поменял? А куда он делся? Вылетел опять, наверное. А. Он просто решил это. Это раздражало его, эта хуйня, которая это, висела там. Как она называется? Смены. Смены это. Ника, нахуй, бесплатная. Ника не. Так, ну что получается? Добавилось друидов. Теперь побольше. Давай, знаешь как? Короче, сангвинера, уводишь Лингрен. Ой, а дай ассиста, блядь, что у меня нет кнопок никаких там. Метки эти ставить. Нахуй не те. Так, короче, сангвинер вот сюда уводишь, блядь, чтобы этот пидорас вообще меньше нам мешал. Звёздочку? Да. Подальше уводишь. Бабу, короче. Бабу я буду тончить. Короче, вот тут буду стоять. И отсюда буду ее тончить, короче. Вот. Это, короче, баба. Можете это, короче, даже ради прикола Вайда напулить, блять. А может это за келями ее танчить, да, чтобы РДДшники по кругу рейндж набрали между собой. Там разницы нету, забей. Ну то станем по кругу. Ну, этого, вот, короче, Таладреда ведите в сторону ромбика. Пускай он здесь дохнет, о, и там вот в этом полукруге будете его находить. Ну а Тилоникус, соответственно, Тилоникус Юля будет держать вот здесь. Вот. Тыкнись. Вот здесь. Вот. Значит, хил хпал будет доставать до всех из вот этой центральной позиции. Ну, надо, чтобы он не сдох, конечно. Подождите, не пульте. 2 минуты от этой руки, по-моему. Я понял, блядь. Ты что делал, блядь, с компом, чтобы руки мыть?